Только поел, можно неделю воевать. Ничего себе. Бывало я похлеще. Зацепило. Потери большие у вас? Пол батареи. А что работает? Активисты? Нет. Активисты наши? Нет. Они? Да. Они хорошо работают, я знаю. Нормально, пидорасов, сука! Мы призываем вас не покидать места ваших дислокаций, не открывать огонь, прекратить движение на бронетехнике в пешем порядке, установить связь с ближайшими нашими командирами по любым вопросам. При выполнении этих условий наши бойцы не будут открывать огонь по вашим позициям. Ваша судьба в ваших руках. Желаем вам вернуться домой живыми и здоровыми. Всем, кто перейдет на нашу сторону, гарантируем жизнь и беспрепятственную отправку домой. Генерал Масхадов. Его увиденного мной, потому что я первый раз в такой ситуации. Да. Вот. Все. Честно говоря, страшно смотреть на все, что я здесь вижу. Понятно. Очень страшно. Угу. Раненые поступают постоянно. Медикаментов, материала практически не хватает. Вот. Угу. То есть оказание медицинской помощи, я считаю, что могло бы быть и лучше. Понятно. Вот что я хотел сказать. Серьезно. Хорошо, спасибо. Thank you.